Первое – это надо определить дату. С этим вам помогут в ЗАГСе. А теперь открываю секреты и тренды. Вам совсем не обязательно делать роспись и свадьбу в один и тот же день. Вы можете расписаться в один день, а свадьбу сделать в другой, удобный для вас. К примеру, в будние дни в ЗАГСах немноголюдно, нет очереди из невест, никто никого не рассматривает, ни перед кем не выделывается. А день росписи вы можете отметить в узком кругу и, например, небольшой фотосессии. Зато в день свадьбы вы выспитесь, сделаете весь необходимый свадебный туалет и отдохнувшие и красивые приедете на свою свадьбу.